Видение от Бога, данное 90-летней женщине в 1968 году, которая жила в городе Вальдрес, Норвегия. В 1968 году евангелист Эммануэль Минос проводил собрание, где она проживала и где она рассказала о том, что ей показал Господь. Он записал это, но так как записанное было таким невероятным, что он отложил записи в долгий ящик. После 30 лет он понял, что он обязан поделиться этим видением с другими. Эта женщина зарекомендовала себя как горячая истинно верующая христианка и имела хорошую репутацию среди тех, кто знал ее. Вот то, что она увидела. «Я видела время непосредственно перед пришествием Иисуса и вспышку Третьей мировой войны. Я вижу события моими физическими глазами», — говорила она. «Я видела мир, как глобус, видела Европу, земля за землей. Я видела Скандинавию, Норвегию. Я видела определенные вещи, которые будут иметь место непосредственно перед возвращением Иисуса и непосредственно перед бедствиями, которые произойдут. Бедствия, которые никогда ранее не происходили». Она упомянула о четырех волнах. Первая волна – это прежде пришествием Иисуса и прежде Третьей мировой войной будет разрядка напряженности, как никогда ранее. Будет мир между супердержавами. На Востоке и на Западе будет длительный мир. Вспомните, это был 1968 год, когда холодная война была в своей кульминационной точке. И в этот миролюбивый период будет происходить разоружение во многих странах, так же, как и в Норвегии. И мы не будем готовы, когда наступит война. Третья мировая война начнется непредвиденно и в неожиданном месте. Вторая волна – это равнодушие без аналогов, которое охватит христиан. Они отступят от истины, от живого христианства. Христиане не будут открыты для проникновенных проповедей. Они не будут, как это в старые времена, слушать о грехах и о благодати, о законе и о Евангелии, покаянии и восстановлении. Произойдет замена, процветающее христианство. Важным делом будет иметь успех, быть кем-то, иметь материальные вещи, вещи, о которых Господь никогда не обещал на этом пути. Церкви и молитвенные дома будут становиться все более и более пустыми. Вместо проповеди, как мы по обычаю использовали их из поколения в поколение, церкви превратятся в места развлечений, искусства и культуры, там, где должны были бы быть собраны для покаяния и возрождения. Это будет значительно возрастать непосредственно перед пришествием Иисуса. Третья волна – это будет моральный распад, который старая Норвегия ранее не переживала. Люди будут жить как будто женатые, но без брака. Будет много мерзостей до брака и множество измен, будучи в браке, что станет естественным делом, обычным делом, и будет оправдано с любой точки зрения. Это войдет даже в христианские круги, и это мы примем, так говорила женщина. Перед возвращением Иисуса будут программы телевидения, которые раньше никогда не было. Телевидение в Норвегии только что появилось в 1968 году. И телевидение заполнено будет таким ужасным насилием и будет научать людей убивать, разрушать друг друга, что будет небезопасно ходить на улицах. Люди будут копировать то, что они увидят. Будет не только одна станция на телевидении, оно будет заполнено станциями. Эта женщина не знала слова «канал», которое мы используем сегодня, поэтому она называла их станциями. Телевидение, так же как радио, будет иметь много станций, и они будут заполнены насилием.
Народ будет использовать его для развлечения. Мы будем видеть страшные сцены убийства и разрушения одного другим. Это будет распространено в обществе. Сцены секса будут показаны на экране. Большинством интимных вещей, которые имеют место только в браке. Пожилая женщина сказала: «Это произойдет, и вы увидите. Все, что мы имели прежде, будет разрушено, и большинство непристойных вещей произойдут перед нашими глазами». Четвертая волна – это люди из бедных стран, которые устремятся в Европу. В 1968 году не было такого понятия, как иммиграция. Они также прибудут в Скандинавию, в Норвегию. Их будет так много, что будут вызывать неприязнь людей, и к ним станут жестко обращаться. С ними будут обходиться так же, как с евреями перед Второй мировой войной. Таким образом, вся мера греха наполнится. Слезы потекли в тот момент по щекам пожилой женщины. Она говорила: «Я не увижу это, но вы увидите». И тогда внезапно придет Иисус, и разразится Третья мировая война. Это будет короткая война. Это то, что она увидела в видении. «Все, что я видела, — говорила женщина, — это война. Те войны, которые были до этого, — это детские игры в сравнении с этой. И закончится взрывом атомной бомбы. Воздух будет так загрязнен, что невозможно будет дышать. Это охватит несколько континентов – Америку, Японию, Австралию и богатые государства. Вода будет заражена, невозможно будет возделывать землю. И как результат останутся только выжившие. Оставшиеся в живых, в богатых странах будут стремиться спастись в бедные страны. Но и там к ним отношение будет такое же жесткое, как и в те времена, когда бедные прибывали в Европу». Она говорит: «Я так рада, что я этого не увижу. Но когда время приблизится, ты должен набраться мужества, обращаясь к Эммануэлю Минусу, рассказать об этом. Я получила это от Бога, и ничто из этого не идет против того, что говорит Библия. Тот, кому прощены его грехи, и имеет Иисуса как Спасителя и Господина, тот будет спасен. Аминь».